Но я хочу сказать, что если мы занимаемся сейчас вот и переводом Красноярска на электроотопление, то определенный объем так называемого бездымного угля, о чем мы тоже говорили сегодня, тем более он производится компанией СВЭК, по сути, такой достаточно, даже я бы сказал, градообразующий, наверное, сегодняшний день, да, и с точки зрения разреза, и с точки зрения ИГРЭС, так или иначе, это тоже входит в эту группу, вполне бы могли переориентировать тот поток угля, который продается бездымного в Красноярске, на, например, Назарово. Мы тоже договорились такие переговоры продолжить. Может быть, вот это как раз и было бы для Назарова таким решением, которое, ну, скажем, разрядило бы частично в целом, ну, тоже, наверное, не до конца благополучную экологическую обстановку. Вот. Но мы также договорились усилить контроль с точки зрения работы наших лабораторий, Министерства экологии здесь, за выбросами и малых котельных, и ГРЭС Назаровской тоже. Вот. Ну и, собственно, ну, больше времени уделять этому прекрасному городу.